Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я буду слушать Little Big Suck My Dick 2020. Вот Максим сказал, что тут матерные слова. Но так как я не знаю, о чем это очень удачно. Можно прочитать и не испугаться самой, что я это произнесла. Ну, давайте узнаем, что там. Стоп, секундочку. Так как нам вот представители объявили войну, вот всех, как я забыл, как это называется, короче, студия, которая это все выпускает, не студия, точнее, ну, короче, вы меня поняли, так как у нас, получается, блокируют все клипы и треки оттуда, вот это, от дистрибьютора, вот. От их, поэтому, возможно, будет нарезка, сразу предупреждаю, не бомбите. Да. Ну, тут, кстати, сказали, Максим, тут кто-то в комментариях написал, что нарезку можно, допустим, где музыки нет, а там что-нибудь, ну, то есть можно чуть-чуть нарезать с музыкой-то. О, блокируют только в путь, даже вот 5 секунд музыки, все, блок сразу. Я уж пробовал, я их ускорял уже в 1000 раз, и ой. Ну, в общем, как получится, да, так получится. Ну, не знаю, что они нас блокируют, мы такие хорошие, правда ведь? Новогоднее этот самый. Дело к Новому году, понятно. Друзья мои, ну, во-первых, ну так буду прерывать, потому что если сейчас опять перекроют, ну, по крайней мере, хотя бы это поговорим. А, ну, вот, как бы весело, да, началось. Я понимаю, что наш 2020 год, высокосный год, да, не очень удачный для кого-то, но всегда нужно искать положительные моменты, даже вот тут вот как бы с юмором рассказывают, как все плохо у нас в 2020-м. Друзья мои, мы живы, и слава богу, это положительный момент. Да, точка должна, да, какая-то быть, что сейчас все должно взорваться до конца. Ничего себе. Самое главное весело. Ну, друзья мои, надо верить в лучшее. Все? Надо верить в лучшее, правильно, и даже
те проблемы, которые мы встретили в этом году, принимать положительно. Сколько положительных моментов? Кто-то сидел на карантине, кто-то на удаленке. Столько времени свободного провели. Еще плакали, что им скучно, блин. Да, плакали, что им скучно. А некоторые работали без передыху. Да. И нам еще не платили за то, что мы работали. Ну, нам платили, но мне от этого было не легче. А мне не платили. И поэтому, в общем-то, хотелось тоже посидеть на удаленке. Вот. Сейчас времена поменялись в моем случае. Вот, и мне Вот, друзья мои, давайте не про это, давайте про то, что в каждом моменте нашей жизни нужно искать положительные моменты. Карантин был, несмотря на то, что коронавирус и все, мы узнали много новых фильмов, много новых каких-то ситуаций, больше времени уделили себе. И вообще, в общем-то, опять, как я тут недавно сказал, только про другую ситуацию, что каждая жизненная ситуация чему-то нас учит. И 2020 год был ничем не хуже других. Ну, за исключением тех, конечно, которые действительно по-настоящему заболели. Вот, тут не факт, что многие выздоровеют до конца, да. Поэтому желаю нам всем здоровья, и чтобы не болеть. И, друзья мои, давайте больше внимательнее относиться друг к другу, больше позитива в нашей жизни, поменьше негатива, поменьше снимаем треков под мостами, больше на мосту. Всем пока!